Новый состав избирательной комиссии Республики Калмыкия приступил к работе. Напомню, член избирательной комиссии по закону избирается на 5 лет. На первом организационном заседании прошла процедура тайного голосования по выбору председателя, его заместителя, а также секретаря. По итогам, члены избирательной комиссии Калмыкии единогласно поддержали кандидатуру ЦИК России, избрав председателем республиканского избиркома Бембю Чужаева. Напомню, ранее руководителя ЦИК России Элла Памфилова предложила Чужаева на должность руководителя Калмыкии. Избиркома. Бембя Сергеевич, я знаю, как вы близко к сердцу все принимаете, переживаете. Успех вам желаю, вам также близко к сердцу все принимать, переживать и также эмоционально, неравнодушно продолжать дальше работать, также быть максимально открытыми и также прекрасно вести диалог со всеми политическими, общественными силами, наблюдателями. Успехов. Кроме того, в результате голосования заместителем избиркома стал Батыр Ирнеев. Секретарем избрана Наталья Федорченко. Члены ЦИКа в режиме видеоконференц-связи поздравили с назначениями, а также пожелали плодотворной работы новому составу комиссии. Работа проделана большая. Мы за последнее время провели достаточно большое количество совместных мероприятий с участием Центральной избирательной комиссии. Были представители территориальных избирательных комиссий, представители политических партий, представители молодежных общественных объединений. Я думаю, что вы все видели и слышали. Центральная избирательная комиссия оценивает работу избирательной комиссии Республики Калмыкия как высокоорганизованной и высокопрофессиональной. Центральная избирательная комиссия, еще раз повторю, высоко оценивает работу Бембя Сергеевича в прошлом составе избирательной комиссии. Он блестяще, на наш взгляд, организовал федеральную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы. Прекрасно провел мероприятия, семинары и круглые столы и по молодежной тематике, и по обучению территориальных избирательных комиссий. Центральная избирательная комиссия будет взаимодействовать. В работе заседания также принял участие председатель Народного Хурала Анатолий Казачко, который также поздравил членов избиркома с началом новой работы и подчеркнул, что в новый состав вошли представители различных партий, и каждый из них готов работать на благо республики, ведь впереди большая предвыборная кампания. Впереди большие избирательные кампании, это 23-й год выборы депутатов Народного Хурала, парламента республики, 24-й год это президентские выборы, выборы главы республики. Поэтому действительно очень ответственная, серьезная кампания. И здесь надо те полномочия, которые даны избирательной комиссии, они должны использоваться в полную мощь для того, чтобы не нарушить избирательные права граждан. Важно отметить, что в региональный избирком вошли специалисты, работавшие в предыдущем составе. Таким образом, новым членам комиссии будет у кого поучиться. Чужаев же, в свою очередь, отметил отрадно, что все больше молодежи нацелены на работу в избиркоме Калмыкии. Это говорит о том, что молодому поколению не безразлично будущее степного региона. Мы действительно стараемся работать, и чтобы Центральная избирательная комиссия Российской Федерации оценивала, видела нашу работу. Мы работаем с ними очень так плотно, ежедневно, проводим разные мероприятия. Ну, вы прекрасно помните, вот мы проводили форум молодежный, да, всероссийский форум. У нас сейчас в планах в этом году провести летнюю школу, да, по избирательному праву и процессу. Выиграли грант, наша молодежка, молодежная избирательная комиссия выиграла. На следующий год мы планируем провести спартакиаду среди избирательных комиссий. У нас задач и планов очень много. Ну и в первую очередь, конечно, мы хотим совершенствовать наш учебный центр при Калмыцком государственном университете. То есть недавно утвердил план развития и план работы данного центра. Напомню, что из 12 членов комиссии шестеро назначены Народным Хуралом парламентом Калмыкии и шесть главой республики по предложениям политических партий, общественных объединений, ЦИКом России, избиркомом Калмыкии предыдущего состава, представительных органов местного самоуправления. Светлана Аджи, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики».